Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Карачаево-Черкесия вошла в число регионов, которым будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма в 2023 году. В эту весеннюю призывную кампанию ряды вооруженных сил страны пополнят 300 новобранцев из нашего региона. Поликлиника Малокарачаевская центральная районная больница с каждым днем продолжает преображаться. И фермеры республики могут реализовать продукцию овцеводства на мясоперерабатывающем заводе «Дома-Тем». Далее подробно. Карачаево-Черкесия вошла в число регионов, которым будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма в текущем году. Ростуризм в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в этом году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3 миллиардов 100 миллионов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в число которых вошла и Карачаево-Черкесия. Победители этих региональных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Суммарно в текущем году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1000 проектов на более чем 5 миллиардов рублей. Новые меры по обеспечению безопасности на дорогах республики необходимо разработать и реализовать. На этом акцентировал внимание глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов во время последней сессии Народного собрания республики в прошлую пятницу. В числе предлагаемых мер – усиление дорог камерами фото- и видеофиксации, усиление штатными единицами сотрудников ДПС для патрулирования на дорогах интенсивного движения, контроль за выпасом скота, а также улучшение качества подготовки водителей. Дополнительные меры необходимо ввести для уменьшения количества ДТП в регионе. Их число выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу? Рассказывает военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов. 30 марта президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подписан указ номер 220 о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и об увольнении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск Национальной гвардии и Министерства чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска Национальной гвардии. Военным комиссариатам и командирам на местах дали указание о том, что призывники не будут принимать участие в специальной военной операции. Чаще всего наших ребят определяют для прохождения военной службы в Южном военном округе. Следует отметить, что вторая волна мобилизации не входит в планы Генштаба. Военнослужащих для выполнения поставленных задач на сегодняшний день хватает, рассказал военный комиссар республики Сергей Белобородов. Согласно указаниям президента Российской Федерации, приказа министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территориях Российской Федерации, не на новых территориях, и в пунктах постоянной дислокации. Особое внимание всем и военным комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким предлогом попасть для участия в специальной военной операции. Атаман Баталпашинского казачьего отдела Валерий Дедук передал от Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе региона спецтехнику в подразделение в зоне проведения специальной военной операции, где проходят службу казаки. В ближайшее время посылка будет доставлена казакам-добровольцам из Карачаево-Черкесии, выполняющим боевые задачи на территории новых субъектов страны.
Карачаево-Черкесию посетили представители федерального Минспорта, а также крупные инвесторы, готовые вложиться в спортивную инфраструктуру республики. Гости обсудили с коллегами из правительства региона условия партнерства, а также планы взаимного сотрудничества. Как стало известно, в ближайшее время в Карачаево-Черкесии на условиях государственно-частного партнерства будет построено два крупных спортивно-оздоровительных комплекса. Тему продолжит министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Стоит отметить, что в последнее время мы уделяем большое внимание этому вопросу совместно с федеральными органами исполнительной власти, муниципальными. На сегодняшний день одним из механизмов развития спортивной инфраструктуры Российской Федерации является механизм ГЧП. Государственно-частное партнерство в настоящее время очень популярно в России, вызывает огромный интерес у публичных органов и отечественных компаний. Государство стремится создать возможность для участия частных инвесторов в проектах на принципах ГЧП. Цель данной политики – привлечь прежде всего частные инвестиции, а также управленческий опыт и технологии для развития инфраструктуры. В Карачаево-Черкесии стартовал второй тур вакцинации против полиомиелита. Продлится он до 9 апреля и коснется детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Первый тур дополнительной иммунизации прошел в республике успешно. Региону удалось достигнуть самого высокого уровня охвата вакцинации от полиомиелита среди республик Северокавказского федерального округа. Максимально ответственными за здоровье своих детей оказались жители Урупского района. К слову, на бесперебойное проведение первого тура дополнительной иммунизации повлияло и то, что вакцина в регионе имелась в достаточном количестве. Минздравом Карачаево-Черкесии было приобретено более 80 тысяч доз живооральной полиовакцины и 6 тысяч инактивированной. В республике имелся запас из более чем 16 тысяч доз пентоксима. Кстати, ко второму туру вакцинации могут присоединиться даже те детишки, которые не прошли первые. Об этом сообщила консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения республики Мадина Бастанова. То, что первый тур не прошли, это не значит, что нельзя проводить второй тур. Мы всем будем рады, конечно же, и абсолютно в плановом порядке идут к своему участковому доктору, либо в организованных коллективах, либо дошкольных, либо школьных. И мы, соответственно, по индивидуальному графику будем проводить вакцинацию. Индивидуальному графику имеется в виду или инактивированной, или живой оральной полиомиелитной вакциной в связи от иммунного статуса ребенка. Второй тур вакцинации будет проводиться точно так же, как и первый, по месту образовательных учреждений, в дошкольных учреждениях и, естественно, в медицинских организациях. Разобщение детей, оно, конечно же, будет проводиться для тех детей, кто не привит 3 и более раз. Для тех детей, кто привит 3 и более, разобщение, естественно, касаться не будет. Сейчас возникают вопросы, если ребенок уже привился дважды, то есть в первый тур он привился второй раз, а вот сейчас третья будет вакцинация, будут ли разобщать? Нет, уже разобщать не будут, потому что третий раз он уже привит и как бы он будет допущен в коллектив. Но если он будет делать второй раз, все-таки разобщение будет еще соблюдаться. Поликлиника Малокарачаевской центральной районной больницы продолжает преображаться. На сегодняшний день выполнено 84% из запланированных работ по реконструкции здания. Завершается внутренняя отделка помещений и разводка внутренних инженерных сетей. После приступят к чистовой отделке и оснащению необходимым сантехническим оборудованием. Кроме того, начинается и благоустройство прилегающей территории. В своем официальном телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов написал, что хотят не просто вдохнуть новую жизнь в постройку 80-х годов прошлого века, но и создать здесь современные функциональные возможности для диагностики и лечения. У пациентов поликлиники, жители Учкикена и других населенных пунктов Малокарачаевского района будет еще больше возможностей для того, чтобы следить за своим здоровьем и быстрее выздоравливать. Фермеры Карачаево-Черкесии могут реализовать продукцию овцеводства в Домоте. Поддержка этой отрасли животноводства является приоритетным направлением развития сельского хозяйства для нашего региона. Ранее по поручению руководителя республики Минсельхозом Карачаево-Черкесии было проведено совещание, на котором проработали вопрос по сбыту продукции овцеводства в мясокомбинат «Кавказмясо», модернизированный в рамках проекта группы компаний «Домоте».
На сегодняшний день завод готов принимать мелкий рогатый скот, содержащийся в хозяйствах республики, а именно ягнят возрастом до 1 года и весом не менее 27-28 килограммов. Если это ягнята карачаевской породы, то допускается возраст до 1,5 лет. На сегодняшний день цены составляют 470 рублей за килограмм тушки мелкого рогатого скота, 230 рублей за 1 килограмм живого веса мелкого рогатого скота и минус 3%. Необходимо отметить, что цена может еженедельно незначительно меняться. Кроме того, у жителей республики есть возможность реализовывать овец для откорма на площадке группы компании «Домоте» в поселке Ударном Прикубанского района. Для получения дополнительной информации можно обратиться в региональное министерство сельского хозяйства. В прошлом году в республике было модернизировано 15 отделений почтовой связи. Теперь в них оказываются услуги по созданию, подтверждению, восстановлению и обновлению данных учетной записи на портале госуслуг. И это еще не все. В модернизированных отделениях также установлены уголки здоровья. Это означает, что любой клиент может воспользоваться такими медицинскими приборами, как тонометр, пульсоксиметр и бесконтактный градусник. Год кафедры «Лесное дело» увековечили аллеи кедра сибирского. В мероприятии приняла участие и министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Диана Качкарова. Памятная посадка прошла во дворе первого корпуса Северокавказской государственной академии во главе с ректором Русланом Качкаровым. Министр в очередной раз отметил необходимость профильной кафедры и востребованность будущих выпускников, а также активное участие кафедры в природоохранной деятельности республики в течение всего этого года. МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации будущих актеров из Карачаево-Черкесии. Мероприятие состоится 20 и 21 апреля в онлайн-формате на цифровой платформе «Вебинар» от МТС. Таланты поступающих оценит старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Желающим предстоит подготовить чтецкую программу, это басни, стихотворения и проза небольших по объему, а также песню на выбор и танец. Для участия необходима предварительная регистрация, после этого каждый участник получит индивидуальное время и приглашение. По итогам встреч самые талантливые выпускники республики будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. В свет вышел первый глянцевый журнал об абазинах. На страницах издания читатели найдут много интересного о быте и культуре народа, а также о его достойных представителях. Журнал должен стать еще одним важным источником информации для народа, а также помочь в вопросах сохранения и развития абазинской общности, рассказала команда проекта. Ну и последняя информация. Каратисты Черкесска завоевали в Ростове-на-Дону 19 медалей, где завершился открытый фестиваль «Патриоты Дона» и первенство по кёкусинкай. В соревнованиях приняли участие воспитанники Елены Мурадовой из спортивной школы номер 6 республиканской столицы в дисциплинах ката и кумите. Турнир собрал около 200 спортсменов из Новошахтинска, Зернограда, Батайска, Черкесска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сухума и многих других городов. По результатам первенства наши каратисты завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков регионального гидрометеоцентра, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах сильный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В горах местами плюс 8-13 и выше 2000 метров лавина опасна. В Черкесске днем кратковременный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи,
Достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.